Сегодня время изменений и освящения многих сердец. Сегодня время пробуждения, ведь очень скоро близится конец. Сегодня время для осмотра жизни, остановиться на своих путях и расспросить, где верная дорога. Пока не поздно, надо осмотреть, ведь враг восстал и восстает все больше, чтоб погубить, украсть спасение миг. И восстают полки на станы Божьи, чтоб уничтожить верных и святых. Горит от злостью, яростью наполнен, ведь чувствует, ему уже конец. И многих обманул, что осквернились ненужной пищей, что не для святых. Все стрелы ада бросит для победы, чтоб погубить, как много больше душ. Святое подменил на грязь из мира, так незаметно, чтобы не спугнуть. Как лев голодный ищет свою жертву и ожидая нужного броска, вот так и он ждет нужного момента, чтобы убить, чтобы не спаслась твоя душа. И когда ты в его слова поверишь, а он умеет хитро говорить, тогда уж очень сложно будет выжить, но есть спасение даже для таких. Он говорит, что ты забытый Богом, ведь очень много жизни нагрешил, и нет тебе уже дорогой, и нет уже тебе другой дороги. Спасения нет, закрыта в небо дверь, но в небо дверь сегодня не закрыта, и она смотрит ныне на тебя. Пускай и враг пускает свои стрелы, не долетит, ты слышишь, ни одна. Сегодня время пробуждений, время восстать, как избранный народ, ведь мы есть дети Божьи, это верим. Так почему погас молитвы дух? Так почему собрания опустели? Так почему наш Дух Святой угас? Сегодня время пробуждений. О, подними ты к небу ныне глаз! Ведь с Богом жить, хоть трудно, но приятно, всегда поддержит и не даст упасть. Простил грехи и хочет небо нас забрать, ведь возлюбил и жизнь свою отдал. И ныне Он обильно изливает свои потоки, жаждущий дает, ведь хочет, чтобы ты не унывала. Открыто небо, пей спасение дождь. Восстань, народ мой, я вошел в твой стан и силу духа ныне изливаю. Непобедимы будете со мной, и я вам это точно обещаю. Пускай грехи есть ваши, как пурпур, то я сейчас их с радостью омою, ведь подготовка приходу идет. Моей невесте надо быть готовой, моей невесте надо быть святой, чтоб одеяние было белоснежно. Я приготовил в небе большой пир, но это будет только лишь для верных. Последние его дни уж над землею большие изменения грядут. О, приготовься ныне, дорогой мой, последние минуты, часы бьют. Хоть враг восстал, не надо нам страшиться, ведь я боязни духа не давал. Я дал вам силу только для победы. Так почему испуганным ты стал?
Еще раз говорю, я иду с вами, и хоры ангелов на небе песнь поют, а Бог-ревнитель, разве ты не знаешь, что если надо горе содрогнуть? Иди за мной, и не страшись ты бури, хотя и трудно будет на пути, но это стоит на земле бороться, чтобы на небо с радостью дойти. Аминь.